Сегодня в здании железнодорожного вокзала открыли памятную доску императору Николаю II. Однажды он посещал Владивосток, это было в 1891 году. Именно тогда Николай II заложил первый камень для строительства ныне существующего ЖД вокзала. Бронзовый барельеф императора установили под часами в главном зале. 4 года назад памятную доску изготовили из полимерной смолы, но, по словам экспертов, материал, более подходящий для царя, все же бронза. Буквально послезавтра исполняется 99 лет со дня убиения царской семьи 17 июля. И вот в канун этого даже события, видите, мы чудесным образом изготовили эту памятную доску. И в ней, говорю, принимали участие буквально чуть ли не пол России. Святитель Николай является молитвенником за путешествующих, вот вокзал, да? И Николай II – это его покровитель. И у него именины в день святителя Николая, 19 мая. И тоже он является покровителем всей нашей России.